Всем привет, друзья! Я думаю, каждый, у кого есть бассейн в саду или в огороде, сталкивался с такой проблемой, как зацветание воды. Через некоторое время начинают заводиться всякие водные жучки, водомеры, ну и прочая зараза. В этом видео я хочу вам показать свой способ, как я с этим всем справляюсь, чтобы водичка оставалась всегда у нас голубой и прозрачной. Ну, во-первых, нам нужен насос с фильтрующим элементом, чтобы очищать воду с бассейна от того, что попадет во время купания. Фильтра периодически надо менять. Забиваются они очень часто. Менять их очень легко. Для этого просто поднимаем фильтр выше уровня бассейна. Откручиваем крышечку и заменяем фильтр на новый. А теперь самое главное. Берем перекись водорода. Перекись водорода из расчета 500-700 грамм на тонну. И выливаем ее в бассейн. Перекись у нас концентрирована 39%. Поэтому я лью 2 литра на 3 тонны. Когда бассейн не используется, нужно его обязательно накрывать специальной крышечкой. Надеюсь, что видео было кому-нибудь полезно. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока.